Привет! Привет! Бабах! Максимилианчик, что у тебя там такое? Покажи. Лол? Лол. Леди Баг? А Суперкот здесь рисован. Нарисован Суперкот? Да. Ты будешь сегодня открывать? Да. Ну давай. Давай поможем тебе. Кот здесь. Вот такой вот шарик у нас. Да. Да? Интересно, кто попадется? Леди Баг или Суперкот? Как ты думаешь, Макс? Суперкот. Ну давай. Где у нас? Подожди, вот, давай. О, какой это синий? Суперкот. А ну покажи, что у нас тут. Смотрите, какой это синий. Это у нас что? Подсказка, да? Наклеечка. Наклеечка. Что там еще? А ну покажи. О. Макс, ищи выход. Где? Я знаю, как. Я знаю, как выход. У Макса куча помощников. Все знают, как открывать лол. Так кто там? Так это действительно Суперкот! Макс был прав! А что там, смотрите, бутылочка? Ботиночки, да. Как у девочки! Ботиночки? Ух ты, какие прикольные! Сумочка? Там. А ну покажи нам. Давай, окой. А можно очки? Да, можно брелочек сделать. Да. Привет. Та-дам, Суперкот. Да, ну покажи нам Суперкота. Действительно, смотрите. У Литки тоже Суперкот попадался. Смотрите, какой красивый. Суперкот. Только осталось ботиночки девчачьи одеть. Не, это мой. Так, мы обули ботиночки Суперкоту. Суперкот. Вот сюда вставляется наш Суперкот. Да. А я тут на санках. Макс так старательно это все делает. А, улетел шар. Улетел. Друзья, если вам понравилось, как Максимилианчик открывает Суперкота, поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал и напишите, есть ли были у вас такие шары лол. Макс трудится. Всем привет! Пока! Пока! Пока-пока! Пока-пока!